И дан старт четвертой скачки. Лучше всех принимает Абиян под седлом Тимура Гусейнова. Его брат Гусейн на Соконюшенице, Тюльпане, поле. Обробки Вабханка выходит на второе место. Мирзабек и Чайн Смитинг на третьем. Тут же полевой стороной Тюльпана. Между ними вершина. И замыкает скачку сейчас Лиза Агва, номер 4. По противоположной прямой скачку продолжает вести Абиян. И тут же по бровке Вакханка. Чайнс Митинг на третьем месте. Полем Тюльпана. На ней Гусейн Гусейнов уже в посыле. Ну а Вакханка выходит вперед в конце противоположной прямой. Тут Мирзабек начинает шевелить Чайнс Митинг. Но Вакханка лидирует очень уверенно. И Мирзабек вынужден уже гнаться, точно так же, как и все остальные. И лошади входят в последний поворот. Магомед Капушев на снежной вершине перестраивается в бровку. Скачку ведет Вакханка. На втором месте Чайнс Митинг где-то на 2,5 корпуса сзади. На третьем месте Абиян. И тут же по бровке снежная вершина. Снежная вершина выходит на третье место. Вакханка лидирует под седлом Егора Тарасова. И тут же Чайнс Митинг на втором месте. На третьем месте снежная вершина. Финишная прямая. Вакханка лидирует. Егор Тарасов оглядывается, но за хлыст пока не берется. Чайнс Митинг тут же второй, но настолько, видимо, в себе уверен Егор Тарасов, что за хлыст не берется, а только оглядывается. Вот тут он берется за хлыст, а уже таки поздно. Чайнс Митинг захватывает ее, и борьба между ними за победу пошла на последних метрах дистанции. Вперед выходит Чайнс Митинг, и Вакханка тут же второй. Вот тут уже Вакханка сдалась. Чайнс Митинг приближается к финишу и выигрывает четвертую скачку. Вакханка второй, но снежная вершина.